Сразу после завершения голосования на избирательных участках провели санитарную обработку. Работы по дезинфекции продолжались и сегодня днем. Каждый стол, кабинку для голосования обработали дезинфицирующей жидкостью. Всего избирательные участки работали в 5500 школ страны, не считая детсадов, колледжей и вузов. В 6 регионах ученики приступили к занятиям уже сегодня. В социальных сетях родители выразили обеспокоенность тем, что дезинфицирующие растворы могут плохо повлиять на здоровье их детей. Но санврачи говорят, что растворы безопасны и успели выветриться.